летел до земли, свет мечты, свет звезды. В первый раз мы вдвоем с тобой. Он искал только нас, этот день, этот час, чтобы ты и никто другой. Ты и я, два дыхания в одном. Пусть летит мало кругом, только сердцу не прикажешь, мы свою любовь найдем. Нам помогут небеса, я прошу, не прячь глаза, и душа в тебе рванется в первый раз и навсегда. Жизнь и любовь, и уйти никуда нельзя. Ты и я, два дыхания в одном. Пусть летит мало кругом, только сердцу не прикажешь, мы свою любовь найдем. Нам помогут небеса, я прошу, не прячь глаза, и душа к тебе рванется в первый раз и навсегда. Мало кругом, только сердцу не прикажешь, мы свою любовь найдем. Нам помогут небеса, я прошу, не прячь глаза, и душа к тебе рванется в первый раз и навсегда. Ма, я не слышала, как ты вошла. Зато я слышала, как ты вошел. Но лучше было бы, если бы ты это делал вечером, а не утром. Я тебя, по-моему, предупреждал. Это не имеет никакого значения. Мам, ты вообще знаешь, сколько мне лет? Да, помнишь? Я знаю. Я знаю, что ты взрослый человек. Это ничего не меняет. Ты должен говорить мне, где и с кем ты проводишь ночь. Мам, давай без подробностей. Ну что за допрос? Ты живешь в моем доме. Должен держать меня в курсе. Мама. Андрюша, нам нужно с тобой серьезно поговорить. Скажи мне, пожалуйста, ты был с Сашей? С Сашей. Саша женщина замужняя. Ее положение, тем более, не до меня. А что, Саша беременна? Угу. Родственница Орламова гордо звучит. Гордо. Наставлять рога бывшему другу я не собираюсь, это не в моих правилах. Я был с другой женщиной. Интересно, с какой другой женщиной ты был? Ты ее не знаешь, мам. Ее зовут Соня, замечательная девушка, и все такое. Ты был у нее дома. Ну расскажи мне, как ее родители? Замечательно, мам. От меня в восторге. Да. Души не чает. Да. Мне очень мало в это верится. И вообще у меня очень дурные предчувствия. Мам, не переживай. Попью водички, минералочки. И буду как огурчик. Что, ты снова пил, Андрюша? Нет, я только ел. Ну, пойми же ты, приходил дядя Слава. У меня к тебе серьезный разговор. Почему ты не можешь меня выслушать? Мам, я спешу. Давай вечерком поговорим. Хорошо. Ну все, пока. Слава, Слава, ну возьми же ты трубку.
Так вот она какая, легендарная Лариса Савинова. Да. Вот я какая. Действительно, природа творит чудеса. У вас даже голоса похожи. А вы хорошо знали Алексея? Достаточно, чтобы думать о нем как о замечательном человеке. Мне приятно, что вы такого мнения. Ну, хорошо, рассказывайте. Зачем вы меня пригласили? Да, вы правы. Лучше сразу перейти к делу. Олег Альбертович, у нас с вами есть общий, очень серьезный враг. Интересно, это кто же? Варламов Григорий Александрович. Лариса, я, наверное, чего-то не понимаю. Ну, какой же он вам враг? Он ваш работодатель, благодетель, если я не ошибаюсь. Да, мы очень долго вместе работали. Но последнее время наши отношения просто до неузнаваемости изменились. Шантажируете друг друга, да? Да если бы я была одна, я за сына боюсь. Вы правильно делаете. Вы уязвимы. Вы знаете, Варламов в свое время помог ему организовать бизнес. А совершенно недавно его интернет-кафе разгромили. И поверьте, у меня есть основания считать, что это были люди Варламова. Я долго думала и решила предложить вам сотрудничество. Мне? Интересно, в какой области? Я, знаете ли, писатель. Вы что, тоже пишете? Олег Альбертович, поверьте мне, ох, как не до шуток. И вы еще подумайте о том, что у нас есть один очень известный враг. Кто? Марго Матецкая. Лариса, я вас очень прошу не упоминать. Не упоминать мою фамилию в сочетании с именем Марго. Пожалуйста. Мам! Привет. О, привет. А ты чего примчала? Что-то случилось? Ты извини, у меня много работы. Даже не знаю, как управлюсь. Варламовы ждут каких-то важных гостей вечером. Так что все должно быть безукоризненно. Мама, давай я тебе помогу. А маникюр не жалко? Жалко. Ну, как тут у вас обстановка? Как эти молодожены? Да нормально. Только вот Ксения Андреевна никак не может смириться с этим браком. Александру она явно недолюбливает. Мне это все докладывает Светлана. А ты знаешь последнюю новость? Оказывается, Александра не беременна. Да ты что? Это все Настины фантазии. Точно? Точно. Так что все, Лиля, давай, беги. Я с тобой заговорилась, у меня столько работы. И потом, ты извини, конечно, но Ксения Андреевна не любит, когда ты приходишь ко мне. Все, беги. Мамочка, мам, тут вот какое дело. Нужно, чтобы Майя вернулась к тебе сюда. И как можно быстрее. Зачем это? Скоро узнаешь. Да нет, это невозможно, Лиля. Мы же с тобой не раз говорили об этом. Майя здесь не место. Выдумала. Она должна жить и учиться в спокойной обстановке. А... Витамины. Лиля. Ух. Слушай, я не понимаю. Завалила сессию, и как с гуся вода. Ты забыла, кто мой папа? Он обо всем договорился, я только принесла зачетку и два экзамена одним махом. Да, деньги решают все в этом мире.
хороший из тебя специалист получится. О, можно подумать. Не хуже, чем из тебя. Тоже мне отличница нашлась. Да, ты права. Наверное, лучше быть такой же двоечницей, как ты, чем такой троечницей, как я. Не спорю. Хотя, похоже, скоро моя лафа закончится. Сашка села на хвост. В смысле? Папик приказал ей следить за моей учебой. Сочувствую. Mm-hmm. Не повезло тебе. Точно. Сашка такая дотошная. Она всех преподавателей замучила своими вопросами. На себя точно три шкуры спустит. Ну, это мы посмотрим, кто кого. Правда, яхту хочет. Тебе папик яхту обещал? Mm-hmm. Только он сам. Привет. Да. Привет. Ага. Ты учебники сдала в библиотеку? Нет. Куда же он запропастился? Ты это о ком? Настя, сейчас не поверишь собственным глазам. О. А вот и я. Салют, Настя. Привет. Привет, милая. Привет. Как ты без меня? Очень скучал. Как жизнь замужняя? Долг супружеский исполняешь? Я что-то не поняла. Ты что, его ждала? Да, Настя, я встретила мужчину своей мечты. Обалдеть. Хватит прикалываться. Если вы перед нами выпендриваетесь, то не стоит. Да никто не выпендривается. Пойдем, моя хорошая. Я тебе потом все расскажу. Ненормально, ты это видела? Когда они успели? Саш! Офигеть! Привет! Привет. Хорошо, что ты уже дома. У меня для тебя сногсшибательная новость. Какая? Витамины для беременных. Спасибо. Ты маме рассказала? Успокойся, мама ничего не знает. Слушай, Александра не беременна. Это все Настина воспаленная фантазия. Это правда? Ну а мне-то что? Сегодня она не беременна, завтра беременна. Да ты что? Мы же этого не допустим. Каким образом, Лиля? Слушай, успокойся и смирись. Смирись? Да это не для меня. А тем более открываются новые перспективы. Какие перспективы? Слушай, ты успокойся. Тебе нельзя волноваться. Это же может повредить нашему маме. Так, с этого момента мы про Мишу вообще не разговариваем. Я тебя прошу. А вот я тебя тоже прошу. Ты сейчас просто включи мозги и отключи сердце. Что ты придумала? Значит так. В связи с изменившимися обстоятельствами ты у нас теперь просто в дамках. Я это знаю. И другим такого несчастья не пожелаю. Идеальный вариант, конечно, был бы переехать к маме. Это исключено. Даже не думай об этом, Лиля. Ксения Александру терпеть не может. И что дальше? А то и значит, что ты носишь ее внука. Понимаешь? А как ты думаешь, вот нормальная бабушка любит своих внуков? Нормальная бабушка любит своих внуков. Но у нас особый случай, если ты понимаешь. Допустим. Значит, действовать будем через Михаила. Расскажем ему в деликатной форме. Ну так, мол, и так, что мы залетели. И дальше что? Ну то дальше, что как минимум он начнет искать бабки для содержания своего отпрыска. А как максимум он бросит Александру, женится на тебе, перепишет на тебя машину, квартиру. Вы будете жить долго и счастливо. Умрете в один день? Ну? Это унизительно. А не унизительно спаивать девушку, валить ее и склонять к сожительству, а? Ладно. Хорошо. Следующий вариант. Мы с тобой идем к Александре и рассказываем, что ты... Ну? Она закатывает истерику Михаилу, ссорится, развод и девичья фамилия. Послушай теперь меня. Ладно. Последний вариант. Я все рассказываю Варламову, а он в глубине души, правда, где-то очень глубоко, он добрый человек. Лиля, послушай меня, никто этим заниматься не будет. Я и ты, это запрещено, я тебя прошу, пожалуйста. У них своя семья, они муж и жена, пускай они живут счастливо, не надо туда соваться, я тебя очень прошу, смирись с этим. Дура. Алло, привет, Май. Привет. Слушай, я тут недалеко от тебя. Ну, заходи домой, я дома. А Лиля дома? Да.
давай так договоримся. Ты не говори, что я звонил. Это разговор не для ее ушей. Давай выходи. Хорошо. А ты где? Я возле дома, у подъезда. Хорошо, сейчас буду. Давай, пока. Ну, кто звонил? Это Карина. А что не заходит? Ну, она конспект, она опаздывает. Кто там? Ксения Андреевна, а к вам можно? Что случилось? Я бы хотела с вами поговорить. Во-первых, я занята, во-вторых, нам с тобой не о чем разговаривать. Простите нас с Мишей. За что? Вы же уверены, что все делаете правильно. Да, и вы скоро сами в этом убедитесь. Я знаю одно, дорогая моя невестушка. Полюбить за такой короткий срок по-настоящему невозможно. Вы ошибаетесь. Я права, и ты это знаешь. И что бы ты сейчас ни рассказывала, я уверена, что ты просто используешь Мишу. Ксения Андреевна, используешь в своих корыстных целях. И у тебя есть четкий план действий. И одним из пунктов этого плана было обмануть моего сына. Вы не правы. Ты даже фамилию его не взяла. Как была Матецкой, так и осталась. Все, Александра, извини, мне некогда. Жаль, что вы не хотите нас понять. Ну, привет. Привет еще раз. Ну как ты, ничего? Да ничего, нормально все. Слушай, а что ты не захотел подняться? Да я с сестрой с твоей не хотел пересекаться. У меня насчет нее новость не очень приятная. Какая еще новость? Да Серега вчера по пьяни растрепался, Генке сказал. Что сказал? Ну, в общем, что твоя Лиля, мягко говоря, на содержание у Варламова. Понимаешь, если слухи поползут, походу, слухи уже поползли. Ты что, знала? Ну, знала. Я не понимаю. Неужели мужиков богатых мало? Варламов же тебя чуть не убил. Чуть это не считается. Мне в голове не умещается. Не умещается у меня в голове. Как можно такое простить? Слушай, не начинай, ладно? Что такое, ну, плохо? Присядь. Да так, ничего, просто голова болит. Ну, что лучше? Ты Михаилу говорила, что ты беременна? Да не говорила я Михаилу. Тебе запрещаю. Красавец, конечно. Кот мартовский. Погулял, одна беременная, вторая беременная. Да Сашка не беременна, это все. Выдумки Насти. Не беременна? Вот это новость! Спасибо, Майка! Да не за что. Здравствуйте, родители. Что ждете? Линчевать меня собрались, да? Соня, нам надо очень серьезно поговорить. Ну, мы же, кажется, уже все обсудили. Я все ясно поняла. Сейчас мне нужно отдохнуть после университета. Ну, ты устала не от учебы, а от прошедшей ночи. Сонечка, ты должна нам пообещать, что больше никогда... Папочка, мамочка, торжественно клянусь сейчас, обещаю больше никогда в жизни не прикоснуться ни к одному мужчине на свете. Вы довольны теперь? Перестань поясничать. Где твоя честное, элементарное достоинство? Что за устаревшие взгляды на жизнь, папа? Устаревшие? Ты слышишь?
Ты слышишь, как она говорит? Ну, Кирилл, ну не начинай, ну не надо. Значит так. С сегодняшнего дня я хочу знать о каждом ее шаге. Машину на месяц в гараж. Пап. Ну нет, пожалуй, на два. Давай ключи. Ключи. Пожалуйста. И еще один такой поступок, и ты пойдешь на свои хлеба. И запомни, это мое последнее слово. Спокойной ночи. Характер. Да, здравствуйте, дядя Эля. Здравствуй, Сашенька. А вы где? Я в твоей комнате. А вы не уехали? Да нет, милая, появились обстоятельства, пришлось задержаться. А что случилось? У меня сегодня была очень интересная встреча. С кем? С Ларисой Савиновой. Ты знаешь, очень привлекательная женщина. Дядя Олег, ну я же вам рассказывала о ней. Я все помню, поэтому она меня и заинтересовала. Сашуля, она нам может пригодиться. Она человек Варламова. Девочка моя, она сама на меня вышла. Ищет защиты от Варламова, так что все складывается в нашу пользу. У меня к тебе одна просьба. Если увидишь меня вместе с ней, ничему не удивляйся. Ладно. Вы хитрец, дядя Олег. А как ты думала? Привет. Привет. Интересно, с кем это разговаривает моя супруга? Это дядя Олег. Передай ему привет. Вам от Мишки привет. Спасибо. Как там у вас дела? Все хорошо. Правильно. Рад за вас. Ну ладно, все тогда. До свидания. Ну все, Сашенька, пока. Ну что, он еще не уехал? Пока не уехал. Говорит, еще дела. Ну что, еще водки? Почему нет? Белый, еще водки. Несу. Да, Ген, серьезно тебя зацепило. Пожалуйста. Спасибо. И чего это с женщинами мне не везет? Да потому что опыта у тебя маловат. А они все тетки ушлые. Ты в своем медицинском не латынь бы изучал, а жизнь. В смысле? Ну, в смысле? С девчонками бы больше тусовался. Изучал их характеры, повадки, заморочки. Да на разные. На разные. Типа, а как пройти библиотеку? Или до которого часа читальный зал работает, да? Угадал? А я их знаю. Как облупленных. Они вообще на спортсменов хорошо ведутся. Но проблем, как говорится. Ты, кстати, спортом увлекаешься? Времени нет. А зря. Спорт – великая сила. О, возник тост. Давай за спорт. Согласен. И что ты с этой Лилькой связался? Я сразу понял, что она баба непростая. Я ей автограф предлагал. Отказалась? Тоже мне Бекхэм. А ты зря смеешься. Да я все финты его изучил и успешно применяю. Просто его раскручивают. А меня, да,
Че об этом говорить? Да, с женщинами непросто. Да потому что на бабло они ведутся. Ты думаешь, Лилька твоя с Варламовым по большой любви? Так, все, замяли тему. Да она, может, тебя любит больше, чем его. Просто бабки победили. Бабки? Думаешь, победили? А я не думаю. Я знаю. Я сказал, замяли тему. А вот слабо сейчас к ней завалиться и поставить все точки над «и». А не слабо. Тогда на коня? На коня? Я пошел. Удачи. Где? Слушай, Серый. Привет. Здорово. Куда это Генка пьяный? Чуть с ног не сбил. Время любить? А. Да ты, я вижу, красава уже. Ну. Ты чего, опять история Лили нагрузил? Ну, надо ж парню глаза на жизнь открыть. Да. Зря ты так, Серый. Не отвалил бы чего-нибудь. Да ладно. Переболеет, проспится. На других девчонок внимание обращать будет. Ну что, спасибо скажет. Ну, может быть. Только ты давай больше не трепись об этом, ладно? Про кого? Про Лильку, что ли? Было бы за кого заступаться. Ты что, не слышишь, что я прошу? А ты что, типа, пугаешь меня? Ну, типа, да. А тебе какое до этого дело? Ну, неважно. Только ты давай ищи другие темы для разговоров, понял? А, вот ты где. Привет. Привет. Ты что это, бухаешь на рабочем месте? Нет, это Серый. Я грибочек. Серый? Как ты? Все в порядке. Молодец. Ну что, за работу? Давай, я всегда готов. Что делать? Видел BMW на улице? Ну? Надо помыть. Ты что, серьезно, Тимур? Ну, серьезно, конечно. Да а ладно. Это что, это входит в мои обязанности теперь, да? Ну, Андрюша, в твои обязанности входит все, что я тебе скажу. Да ладно, ну, че ты, не обижайся. Ну, ну, пойми, такой расклад. Машина большого человека. От него многое зависит. В общем, надо угодить. Да я понял, дружище. Ну, угодить так угодить. Меня хлебом не корми. Дай кому-нибудь угодить. С мылом мыть! Давай, давай, с мылом. Ну что? Еще по одной? А давай. Слушай, у тебя свет горит. Родственничек дома. Марго, ну я, наверное, не пойду. Ты знаешь, лучше бы Сашка жила, честное слово. Ей я хоть рот могла закрыть, а этот ведет себя как хозяин. Да уж. Ну, дорогая. Ой. Если бы я была твоя дорогая, ты бы как лев бросился и убил бы всех моих врагов. Да на твоих врагов львов не напасешься. Да сколько бы ни было, просто львы перевелись. Ну не надо на меня так смотреть. Пошли. Я не любитель экстрима. Разбирайся со своими родственниками сама.
потом, Марго, ты же уже одного Матецкого на тот свет отправила. Что мешает отправить еще одного? Фантазии, что ли, не хватает? Ты сейчас о чем? А пищевое отравление с летальным исходом. К примеру. Ты что, с ума сошел? Марго, это была шутка. Всем приятных снов. Не остроумно и не смешно. Вечер добрый, Марго. Ты чего это крадешься? Почему это я крадусь? Спокойно иду в свою комнату. Марго, присядь, пожалуйста, поговорить надо. Я устала, хочу спать. Ну, а как же кофе с коньяком? Что, мне? Откуда ты знал, что я приду? Что я люблю кофе с коньяком? А я все про тебя знаю, Марго. Я же экстрасенс и прорицатель в одном лице. Ах, вот оно что. Ну, скажи мне тогда, экстрасенс, какой мой любимый фильм? Ну, этот. Ну, там еще мертвецы оживают на кладбище. Так все. А ведь это ты убил Алексея. Саша, я только что говорил с мамой. С мамой? Да, я сделал неудачную попытку наладить с ней отношения. Ну, если бы я был рядом с тобой, возможно, все было бы иначе. Раньше мы никогда не оставались с ней наедине. Я рассчитывала на откровенный разговор двух женщин. Ну, ты пойми, мама сложный человек. Я и то ее сын не всегда нахожу с ней общий язык. А я для нее никто. И она мне ясно дала это понять. Саша, такие ответственные шаги мы должны с тобой делать сообща. А так она обидела тебя лишний раз. Вот и все. Зря ты так думаешь, Миш. Меня теперь трудно обидеть. И тем не менее, твоя независимость может пойти тебе во вред. Знаешь, когда не стало папы, я проще смотрю на жизнь. Я пытаюсь наладить отношения, и если не получается, значит, так надо. И все-таки это моя мама. И все, что касается ее, касается меня, ты понимаешь? Поэтому я прошу тебя на будущее не предпринимать без меня что-либо. Хорошо? Наконец открыли. Ген! Лиля! Здравствуй, милая. Ты одна? Ну, конечно, я не одна. Ты? А, я так и знал, я так и знал. Где он? Где он? А, он на диване. А ну, иди сюда. Гена! Господи, Гена! Да ужас! Ну где ты так напился? Ты я что? Я говорю, где он? Лиля, где он? Чего вы раскричались? Кто он? Варламов. Гена, не смеши ты меня.
Тебе смешно? Майя, тебе смешно? Сейчас я буду смеяться. Ты меня прости, я забыл с тобой рассчитаться за прошлый визит. Пошел вон! Молодец, Гена. Ты у нас такой правильный, хороший парень. Только правда твоя здесь никому не нужна. А с такими девушками, как Лиля, ты не можешь быть. Потому что ты ведь у нас приличный парень. Да. Я же тебе говорю, что это была случайность. Я не хотела его убивать. Но я не знала, что он появится в тот момент и застанет меня с этим. Я, конечно, виновата. Но ты понимаешь, что это логично, что человек, у которого больное сердце, застает свою молодую жену с любовником. И, конечно, она у него не выдержала. Здорово, здорово, Марго. И ты считаешь, что я этому должен поверить? Марго, ты ошибаешься. Я ведь знаю, что у вас с моим братом были проблемы. И Алексей хотел с тобой развестись. Неправда. Ну как же неправда? Неправда. Он не хотел со мной развестись. Да? У нас было все прекрасно. Алексей очень меня любил. Я виновата. Но я еще раз повторяю, что это была случайность. Я не знаю, кто тебе сказал, что он хочет со мной развестись. Наверное, тот человек, который хочет отобрать у меня все, что принадлежит мне по закону. Ну, наверное, суд решит, на чьей стороне закон. У меня дарственное на мое имя, подписанное Алексеем. Значит так, Марго. Я сейчас не буду докапываться до того, как ты заставила умирающего человека подписать эту бумагу. Я скажу тебе только одно. Ты уже меня немножко знаешь. Я человек жесткий. Непростой. Ссориться со мной не нужно, Марго. Давай не будем доводить дело до войны. Ты что, мне угрожаешь? Нет, ни в коем случае. Я просто предлагаю тебе хорошенько подумать. Марго, пораскинь мозгами. Давай закончим дело полюбовно. Может быть, стоит сказать в суде правду? Так хватит пить из меня кровь! Достал! Что ты знаешь о моем первом муже? Марго, на этот вопрос ты получишь исчерпывающий ответ, если сможешь убедить меня, что мой брат умер в результате несчастного случая. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Пора вставать. Я плохо себя чувствую. В институт сегодня не поеду. Настя, ты обещала отцу, ты не можешь не пойти. Ты обещала. А я что, должна отдуваться? Я же говорю, у меня болит голова, я ничего не соображаю. Мы обе обещали. Да к черту обещание. Была бы на моем месте, поняла бы. Но я, Настенька, не на твоем месте. Вот именно. Вообще, как с другой планеты. Время расписано по минутам, все обещания мы выполняем. Да как ты так жить вообще можешь? Тебе что, никогда не бывает плохо? Извини. Давай я позову Свету, она принесет тебе обезболивающее. Не поможет. Я уже собираюсь. Мне нужно принять душ и выпить кофе. Подождешь? Хорошо.
Так. Этот красавец Савинов не зря отказался писать заявление. У него в кафе убытками и не пахнет. Наоборот, расширяется. Да? Ну. И откуда же у него столько денег? Место вроде не бойкое. И контингент у него не очень богатый. Может, мама? Лариса Савинова, государственный нотариус. Тогда кредит? Может быть, но без финансовых влияний здесь не обошлось. Интересно, кто дал нашему Савинову деньги? Только не говори, что Варламов. Да нет, это не Григорий Александрович. Но у меня есть кое-какие подозрения. Колись. Вот, посмотрите. Ну, да это же наш старый дружище барон. Он самый. Ты думаешь, он тоже причастен? Ну, похоже, что именно он дал нашему мальчику деньги. А что, хороший бизнес. Сервисный центр, забегаловка, мойка, пакетики с дурью. Я не удивлюсь, если через некоторое время там появятся девочки. Да, девочки — это хорошо. Только этого нам не хватало. Да, деньги не пахнут, и барон это очень хорошо усвоил. Как никто другой. Значит так, кафе Савинова под особый контроль. Тайный и тихий. Пусть кто-нибудь из наших ребят там обязательно будет. Понятно. Надеюсь, оперативников хватит? Ну, на первое время – да. Ну, пусть посмотрят, понаблюдают, а там решим, что делать. Кстати, напомни, чтобы я завтра зашел в бухгалтерию и выбил деньги на оперативные расходы. Обязательно. Обязательно, Николай Павлович, обязательно. А что ты радуешься? Мат!